Счастливой охоты. Тебе! Наверх нельзя, там закрыто, ясно? Что, простите? Пожалуйста, не грубите, я постоялец. Может, тебе слух проверить? Наверху частная территория. Проваливай, говнюк! И, кстати, это я еще вежливый. Прости, Джефф, но твой обычный номер сейчас занят. Это ненадолго, понимаешь? Эй, как ремонт движется? Восьмой этаж или ремонт? Да тут все держится на соплях и честном слове. Заработает, если что, но мне надо кое-что подправить. Прости, но тут уже ничего не поделаешь. Ну, то есть, можно было бы к жене отправить. Как жизнь? Но я не думаю, что это хорошие мысли. Господи, нет, я этого так не оставлю. Я зову копа. Найдем этого лысого дерьмозавра! Ну как тебе? А знаешь, thank you.
прицел! Я прикрою! Почти готов! Проскользнуть в номер 899 будет непросто. Что еще хуже, у Декстера серьезная охрана, которая не будет, подчеркну, не будет церемониться с нарушителями. Возможно, стоит спуститься ниже и поискать более хитрый способ. Боги, так... Ты
вижу хренову кучу народу. И животных. Этот парень свое дело знает! Нет, нет, он не выкарабкается. Она работает. Правда? Маньяк. Ее зовут Виктория, и она стоит хренову тучи денег. Черт ее знает.
Блин, ты стучать не пробовал? Молодец, Санчес. Кто это, коп или частный детектив? Ядрить меня нежно. Какого хрена? Это не частный детектив! Это гребаный призрак, легенда! Это чертов агент 47! Агент 47? Охренеть! Блин, ты о чем вообще? Детка, это вообще все нахрен меняет? Это меняет все? И за каким хреном он нам нужен? Тук-тук, уборка! Удачно! Что ты делаешь? Buenos dias, Pepita. Здрасте. Да, у нас тут легкий беспорядок. Может, да, я уберу. Приберешься. Было бы неплохо. Сейчас. Наконец-то. Хорошо. Заходи, милая. О, боже мой. А, черт. Ты гребаное животное. Господи. Мне нравятся готичные девочки. Знаешь, я бы с наслаждением прикончил тебя прямо здесь и сейчас. Убить самого агента 47, да, но... Видишь ли, это сейчас не в моих интересах. Так что... О, Господи. Господи. Ты поступил очень плохо. Ну вот, теперь убийцу искать не буду, да? Киллера. Я вообще-то не люблю драть глотку, но это, мать вашу, просто... Праздник какой-то! Попробуй. Хотя... Если подумать... Спи, моя радость, усни. Блейк, а может не надо? Это плохой план. Да ладно, милая. Давай по коням и пошустрее. Адиос. Все чисто. Thank you.
следов подозреваемого. Все чисто. Проверь вон там. Thank you.
Держите ухо востро. Вижу подозреваемого. Все чисто, ребят.
группы идет к вам.